Hey, okay, с вами Шимики, и мы продолжим проходить игру под названием Затерящие соли. Вы подумаете, а почему я не... Ну как, не воспользовался зельцем, да? Ну не зельцем, а... Солью. Соль не трачу. Я соль потрачу на одну вещь. Но чтобы ее сделать, мне нужно сначала выбраться отсюда и пойти там, где у меня есть мой, так сказать, кузнец. Кузнец мне нужен для того, чтобы он мне сделал новое оружие, на которое я наконец-то собрал вещи. Ой. Пока. Все. Поэтому ждем нашу тележку, хоть одну какую-то. Залазим. Блин, а там тоже, блин, проход оказывается с той стороны. О, тихо. Он шмотку дал мне. Ухо. Спасибо. Так, едем, короче, на свободу. Находим кузнеца. И все будет просто зашибись. Во-первых, у нас есть душа. У нас есть 4 идола. Это значит, я смогу заточить очень хорошо меч. Хотя бы на плюс 3, на плюс 4 я точно смогу это сделать. Поэтому не тратим ни секунды. И просто идем в атаку. На добычу того, что мне нужно. Капец, мне из этих все повыпадало. Особенно из лучников почти падает, дропается все. Так. Здесь, да, у нас святилище? Ага. Так, чел, поехали. Так, переместиться мне нужно в логово. Текс. Здесь переместитель. Ладно, поехали. Разберемся по пути. Так, здесь кавианчик, да? Так, давай. Деяние. Так, хитин. Улучшаем, улучшаем флягу, да, подтвердить. Уйти. Отлично. Так, ладно. Значит, это не то место. Переместиться. Мне нужен кузнец. Кузнец у меня вот. Разбойничий предел. А, это не разбойничий предел, оказывается. Ладно. Поехали. Улучшить. Я могу его улучшить, но я не буду именно этот меч создавать. Я буду... Сейчас покажу, что делать. Так, берем сначала предметы. Янтарная статуэтка мне нужна. Вот они, 8 штук. Мысли. А как мне янтарную статуэтку? Окей. Стоять. Нет. Нет, стоять. Мне нахер, отойди от нее. Предмет. Почему я не могу использовать янтарную статуэтку? Камон. Серьезно? Это сейчас серьезно? Мешок земли. Мешок земли. Можно использовать для трансмутации. Необычная статуэтка из янтарной блеска янтаря. Блеск столь же... Трансмутация. Отмена. Стоять, а кто мне... Когда трансмутирует оружие? Понять. Кого не понимать у тебя? Так. Сейчас я что-то путаю. Но я точно не путаю.
Сейчас убьют. Нужно бежать, убьют. Мешок земли у меня есть, это хорошо. Помощь тебя? Где трансмутация? Где трансмутация предмета? Переместиться. А, поехали сюда. Чувствую, сейчас жопа сгорит. Так, вот-вот-вот, ты мне, да, нужен? Блять, тупое святилище. Трансмутация. О, что мне нужно? Потрошителя, 10 кусков. Класс. Трансмутация, да. Да. Отлично. Просто отлично. Большой меч. А почему я не могу носить? Древо навыков. Так. Сейчас я немного в недоразумении. Владение мечом, владение большими мечами. Изучено. Ну, правильно, большими мечами класс 3. И? А в чем дело? Я не понимаю немножко. Вес. И что, что вес? Большой меч, правильно. Почему я его носить не могу? Вы можете мне объяснить? Как вам бестиарий? Человеческое древо, оживленное так, воплощение пыточных инструментов, неодушевленные предметы обычно не могут вредить сами по себе, но в мире мстительных призраков и темных магий возможно все. Прикованный, жертва человеческого древа. Так, заключены были. Опа. Потрошенный. Вы потрошенный труп грозного пирата Хагера, в чем пустом теле теперь обитает. Крохотная кукла, так управляющая им, словно марионеткой. Так, тех я читал. Ну, в принципе, но здесь больше ничего, да, нету. Как-то так. А не, стоять. У нас новые эти были. Скелеты на меня нападали. А не, мы читали про них все. Так. От 36 теперь будем начинать. Почему я не могу его носить? Я не могу понять, почему. Ладно, я понимаю, допустим, вот это, да, эффект. Одной рукой ты не можешь, ну. А двумя почему ты хватами не можешь? У меня что, перевес? Да нет. Да нету перевеса. Большой меч. А я буду голый. Но почему-то мне все равно как бы
Он ничего не дает. Похищает здоровье, повреждение врагов, повышает дальность атаки, урон тьмы. Похищение концентраций, повышает скорость атаки. Что за бред? Могу понять, ладно, не суть. Кузнец, улучшить. Но я теперь только с этим буду предметом ходить. Качиваем. 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 Уровня все, да? Да. Тонувшая курильница. Готово. Что, давайте можно даже попробовать на ком-то. Только не хочу я туда вниз спускаться. Так, переместитель. Переместиться. Черахагера. Так. Древо-древо, перевал, красный зал, чаща, зал забытых, декурат пыли. Эх, погнали в декурат. И все равно я туда попасть не могу. Почему я не могу пользоваться? Ответьте мне предметом. Хотя урон стабильный. Why? Tell me please. Why you know damage? Опять стена эта. А, куколки вон как появляются, оказывается. Не, так я забраться могу. О! Я вас понял. Лучше не доставать факел. Повышает силу. Где мой фонарик? Где мой фонарик? Я, ребята, не знаю, куда я иду. В самом-то деле. Нет, ну меч да дамажит. Здесь бесспорно. Чё? Здесь же принц, разве нет? Я ж его убивал. Здесь был. Странное место, теперь я запутался. Великолепно. Так.
Так, я ж открыл проход с другой стороны, разве нет? А на все это. Почему я не дамажу? Лучше, короче, добегать и залазить так. Вот, вот, где этот проход был? Потом у меня, типа... Потом мне, я, типа, перешел на остров. И так? На другой. Или это и есть этот остров? И что это за херь? Владение мечом. Большими мечами 3. У меня прокачано. Что? Что? Короче, понятно. Красные платформы я ломать не знаю как. И знать не хочу, все. А это выход на море, по сути. Или нет? Дальний берег. Охренеть. Просто охренеть. Так, ладно, повысить уровень. Да, повысить. Древо навыков, блядь. У меня он изучен. Владение мечами, класс 3. Владение большими мечами, 3. Владение большими мечами, класс... Одной рукой, 2. Мне вот это, что ли, нужно было прокачать? Но я не одной рукой пользуюсь, я двумя пользуюсь. Ладно, будем сейчас... Только 4. Ладно, так уж и быть, тогда я сейчас... Выберусь отсюда. И буду тратить свои эти... Класс. Да-да-да-да-да, поехали. И буду тогда тратить свои жемчужинки... На откат. И прокачаю меч этот сраный. Но до конца игры я буду с этим ходить. Где мой урон? Я его знаю. И силу прокачаю на 50, чтобы кольцо не юзать. По сути, я должен этих ваншотить. Даже с прокачанным, замечу, прокачанный меч. Я не могу ничего сделать. Поэтому, если у меня здесь есть продавец, я куплю на все денежки. Ай. Продавец особенно. Блин. Дело в том, что этот меч, он... Я не помню. Блять, ебался. Смотрите. Там? Во всех уголках мира вот... А, нет. Короче, дело в том, что на этом мече... Так, необычно длинный и тяжелое оружие. Классная рубака. Меч очень, по сути, хороший. Но я почему-то не могу им пользоваться в полную силу. Так, стамину восстанавливаем. Потом мы и открыли здесь с вами пещеру, помните? Здесь у нас была закрыта, кажется, дверь. А
А, тут пещера. И у нас здесь вот эта стена сраная. И все. Там, где у нас выход. Там, где у нас выход, да? Именно уже полностью отсюда всего. Это нужно, получается, нам это делать. Телепорт. Ладно. Вот, а теперь я могу, да, мечом пользоваться? Или нет? Нет, не могу, ладно. Пускай светильник пока мой горит. Он довольно ничем не хуже. Да, типа, души я буду медленнее пожирать, но все же. Ладно, я ваншучу. Хорошо. Забираю свои слова назад. Про оружие. Ну, замах этот полгодний. И плюс куда мне вот идти, да? Вот я сейчас иду вот по прямой. Но есть ли внизу там что-то? Я не знаю. Ё-моё! Я знаю, куда я вернулся. Я к пиратикам вернулся. Серьезно? Боже. Боже мой. Серьезно. Ну, если, ребята, у нас уже все так, да, запущено. То мне больше нечего говорить. Ну, там у нас клетки, это понятно. Ну, тогда, да, уже скоро все, ГГ. Изивин. Пипец, у него рубящей атаки вообще нет. Или есть. Просто я слабо бью. Либо есть. Ладно, тогда что нам нужно? Если мы здесь совсем уже справились, и мы сделали себе меч, который нам нужен. Но я не знаю, как от тех херовин избавляться. Сделать подношение. Хера я сделать не могу. Нам тогда отсюда нужно выбираться, ребят. И все, отправляемся на выход. Наш путь теперь держит в лес. Только в лес не обычный, а в лес магический. Мы с вами там уже были. Да уж. Запутанная на самом деле карта, как вы видите. То, что мне пришлось. Я-то думал, блин, мы ж на остров отправились. Ну как я мог вперед уйти, если я здесь еще всех не убил? А оказывается, нет, нихера. Оказывается, нет, нихера. Ну вот, допустим, там проход. Как мне туда попасть нужно было? А, там стена, точно, все. Точно, там. Ух. Все, я ваншочу, все нормально. Я уже начал переживать. Я уже начал переживать. Да, тогда ничего страшного уже нету.
Пьем. За любовь. Так, здесь я смогу, в принципе, подняться. Да, все. Тут осталось где-то серии у нас еще две. 2-3. О, мы как раз в лесу, если что. Так, делаем вот так. Да, с мечом довольно так далеко не попрыгаешь. Но этих я должен убивать. Так, тут и без вопросов я убиваю. Окей. Да, короче, у нас будет такая с вами броня. Ой, тихо. Да, алхимика сейчас бы разнес полностью, если с ним дрался. Почему именно я сюда хотел вернуться? Дело в том, что... Здесь одна есть херь с невидимой стенкой, и плюс в этом месте единороги. Только из-за этих двух причин. Так, ты. Ты не находил маленький мешочек земли? Я его потеряла. Да? Это он? Земля, это все, что у меня осталось. А теперь скажи мне, ты ищешь мира? Да? Ищешь мира? Это чудесно. Просто чудесно. И как нашел? Да. Как должно быть прекрасно обрести мир после долгих поисков. Я и сам мечтаю обрести мир. Вот, возьми. О, ништяк. Эй, путник. Береги свой... Так, обретенный мир. Так, ну если что, ребят, я еще немного тебя проспойлерил насчет концовки. Помните чучело? У меня два варианта. Я могу стать за чучело. То есть это плохая концовка. Либо могу продолжать, как я дальше играл. Ну, чисто по-доброму играть. Тогда у нас будет хорошая концовка. Я так подумал, давайте пускай будет хорошая концовка, нахер мне плохая. Так, это туман, это он? Это не он, великолепно. Я думал, это тот туман, который мне нужен. Зос, нет, ничего. Прикольно. Ладно, нам нужно добраться, главное, сейчас до святилища и сохраниться там. Потому что это будет наша финальная локация. Ух. Сюда можно двумя способами, если что, добраться. Фига себе. Первое, это через верх. Либо как я тогда сделал, чтобы меня тролль отогнал. Ну и либо вот такими телепортами. Так, ладно. Готово. Так, мешочек. Мешочек, мешочек. Мне, блин, сюда торговца. Если честно. Улучшить предмет. Но я предмет уже не смогу никак улучшить, у меня нету его. Готово. А, я ж точно говорил, что нужно меч. Древо навыков. Мы можем одного минус сделать одного коня. Как вариант. Либо ношение брони уменьшить. Хотя мне нужно еще один левел ап. Давайте, короче, тогда его быстро апнем. Это довольно просто все делается. Пока вот не знаю, как его убить. Готово. Нет, дождь мало за него дает.
Душ за него мало дают. Да, это мой трупец. Оказывается, короче, походу, где трупы, то там рядышком должен быть босс. Блин, а я раньше здесь видел эти... Тихо, облака. Оказывается, это не то. Ну, знаете, что мы можем сделать, в принципе? У нас денег. Ого-го. Первый вариант — это отправиться с помощью телепорта тоже к другому телепорту. Телепорт — это вот эти вот каменные. И нужно найти торговца. Вот. Торговец у нас здесь. Форт. Нет, это не торговец. Переместиться. А где тогда торговец? Так, здесь торговца нету. Ну, торговец здесь, здесь. Ладно, давайте, короче, сюда телепорт. Здорово, да. Продать предметы, во-первых. Топоры. База. Это пускай будет. 23 письма у меня, жесть. Ласкутики эти продаю. Все. Купить предметы. 9 к 33. Как раз. На 2 хватает. Отлично. Остальное все покупаем. Свиточки. Свиточки, свиточки. Готово. Теперь. Лук. Нормально, все. Сделать подношение. Так, повысить уровень, да, повысить. Повышаем древо навыков. Да. Опа! Я могу, значит, делать так. Нужные вещи убирать, а нужные оставлять. Отлично. Так, мне еще один нужен. Давайте, чтобы вот эту. Так, отлично. Теперь двигаемся к мечам. Все. Ну, теперь я могу полностью использовать меч, как мне нужно. Так, сколько у меня статистика? 55, нормально, все. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.